встречай, вместе с нами зажигай! Хорошим настроением сегодня делится с вами Хрюша, Антон Зорькин и юная певица Раяна Ибатуллина! С добрым утром, Раяна! Всем-всем-всем с добрым утром! А можно я начну наше знакомство с песни? Конечно, можно! Да, а мы с удовольствием послушаем и потанцуем! Твоя песня мне очень понравилась, спасибо. Да, и, кстати говоря, мне тоже. А ты давно занимаешься вокалом? Я занимаюсь вокалом с 5 лет. Раньше я ходила на гимнастику и на фигурное катание, но поняла, что это не мое. И с тех пор я начала заниматься вокалом. Ого. Поешь-то очень хорошо. Еще на что-то время остается, на игры или увлечения? Конечно. Я в свободное время люблю рисовать или плести из бисера. Но танцы и музыка все-таки на первом месте. Значит, танцевать ты тоже любишь. Обожаю. Тогда предлагаю немного размяться и потанцевать. Кстати, вставать не обязательно. Ну что, Раяна, готова принять участие в моем танцевальном конкурсе, а? Я готова, только не совсем понимаю, как это танцевать сидя? Да, кстати, я тоже не понимаю, как это танцевать сидя. Хрюша, объясни, пожалуйста, зрителям и Раяне, как это танцевать сидя? Все дело в том, что танцевать нужно не всем телом, а только теми частями, которые написаны на карточках. А, вот на этих? Да, совершенно верно. Теперь понятно? Теперь да, я готова начинать.
Так. Так. Игры наши не для скуки. Пусть танцуют только руки. О, точно. Класс. Было круто, нет и речи. Пусть теперь станцуют плечи. Здорово. Двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше. Отдохнула ты немножко. В пляс спускаем только ножки. Трум. Раяна, ты танцуешь молодцом. Потанцуй еще лицом? Угу, да. Правым глазом подмигни и улыбку подари. Браво, круто, браво. Круто, круто. Это было здорово и очень красиво. Осталось только соединить все движения вместе. А ты сможешь? Конечно, смотрите. И улыбается, и подмигивает, и плечи, и руки, и лицо. Да, все да, да, помнит, да. Молодец. Раяна, спасибо, что приехала к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. И подарила столько радостных и прекрасных эмоций. Друзья, оставайтесь вместе с нами. И хорошего вам настроения!